Чтобы школьники смогли познакомиться с особенностями профессии пожарного, Совет отцов Ленинского городского округа организовал для них экскурсию в пожарную часть. У ребят появилась возможность почувствовать себя в роли спасателя, увидеть специальное снаряжение и служебные машины. Совет отцов – это общественная организация в нашем регионе, которая занимается поддержкой ребят, воспитанием мальчишек, девчонок, передачей мужских каких-то определенных навыков, показываем работы, связанные с мужской деятельностью, да, чтобы у ребят правильно складывался образ отца, образ мужчины. Экскурсию проводил начальник части Александр Сотников. Он подробно рассказал школьникам, как тушат пожар и какое для этого используют оборудование и экипировку. Специальный генератор пены средней кратности. То есть с помощью этого генератора мы можем подать пену. С помощью пены мы тушим легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости. Это очень интересно и нам, и детям. Мы детям рассказываем то, чем мы занимаемся, делимся своими историями, рассказываем хорошие результаты тушения пожаров. Ребятам напомнили о том, что нужно делать в случае возгорания, и о правилах пожарной безопасности. Сказали номера вызова спасательных подразделений. Кроме того, поговорили об использовании пиротехники. О запрете пользования пиротехническими изделиями, потому что лицам, не достигшим 18-летнего возраста, пользоваться пиротехническими изделиями запрещено. Дети с большим любопытством участвовали в этом развлекательно-познавательном путешествии. Каждый смог найти для себя что-то интересное. Мне больше всего нравится техника, потому что она интересная, и мне больше всего нравится машина «Урал». Мне понравилось больше, когда нас сажали в автомобиль. Совет отцов Ленинского округа будет и дальше организовывать для школьников разные увлекательные и обучающие мероприятия. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.